Я думаю, что приговор Навального обоснованный, поскольку действительно воровство было. Кирифлес до Навального работал. После того, как Навальный начал его консультировать, Кирифлес был разорен и исчез. К тому же прослушка показывает, что Навальный с офицером сговаривались о том, как все-таки заставить Кирифлес их фирме продавать всю свою продукцию, возможно, дешевле, и как уволить менеджера, который сопротивлялся. Навальный воровал, это достаточно очевидно. Никаких последствий для оппозиции иметь не будет, потому что Навальный не был лидером оппозиции. Его навязывали внешние силы в качестве оппозиции. Навальный такой фальшак, фальшивый лидер, фальшивый националист. Ярко свидетельствует того, что он, будучи русским националистом, используя националистическую риторику, тем не менее активно поддерживается Евгений Альбац, который главный борец против русского национализма в России. Поэтому никаких последствий осуждения Навального серьезных иметь не будет.